Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сегодня работает в Магнитогорске. Руководитель Верхней Палаты Парламента прилетел в Челябинскую область накануне. В аэропорту ее встретили губернатор Алексей Текслер, полномочный представитель президента в Уральском округе Владимир Якушев и председатель Совета директоров ММК Виктор Рашников. На взлетной полосе председатели Совета Федерации рассказали о масштабной реконструкции воздушной гавани Магнитогорска. Работы предполагается закончить до 2024 года. С самого утра делегация посетила ряд социальных объектов. В первую очередь Валентина Матвиенко осмотрела детский сад номер 183. Вот это те инфраструктурные условия, которые мы создаем в рамках программы поддержки развития дошкольного образования. Это перепрофилирование для раннего возраста, то, что мы видели, это до полутора лет у нас даже есть и грудничковые группы, то есть мы тоже для подпотребности родителей это делаем. Мы вошли в апробацию мониторинга качества дошкольного образования. То есть... В дошкольном учреждении работает 12 групп. Также здесь планируют расширить количество мест для детей с ОВЗ. Детский сад оснащен современными компьютерной техникой, интерактивным и специализированным оборудованием. Сейчас пытаемся войти в инфраструктурные листы Министерства образования, чтобы это оборудование было использовано для оснащения школы. Давайте, потому что у нас система лицензирования так устроена, что можно 2-3 года ходить, ноги все избить и не получить лицензию, а жизнь так быстро меняется, появляется столько новых вещей, надо это делать очень оперативно. Кроме этого, председатель Совета Федерации посетила Центр охраны материнства и детства. В ходе рабочей поездки запланирован визит на ММК и несколько важных встреч.